Что вы делаете? А зачем нам высыпаете? Куда? Полигон знаете где? Ну а что тогда нам-то высыпаете? Буду фотографировать. У нас здесь не мусорка, не полигон. Не надо. Зачем это здесь высыпать-то? Напугаешься? Конечно, напугаешься. Умный какой. Сегодня же в интернет попадешь. Нет, приехать сюда высыпать мусор нам. В частный сектор. Вот приехала эта машина, высыпает нам мусор. У нас бак пустой был. Вот вываливают со своего бака. Но... ребята! Давай, закружай обратно. Довольны, нет? Все. Не тычь! Не тычь! К себе домой вези! У себя высыпай дома! Он прекрасно знает, что это противозаконно. Прекрасно знает, что это противозаконно. Нет, не разрешился. Зачем это было насыпать-то сюда? Так надо забрать мусор с собой и уезжать. Который высыпал? Как какой? Вот сейчас один бачок и заберем. Пустой. Нет, это заберем. Забирайте все. Все, что высыпали, забирайте. Это дальше вам прямо надо. Ну, можно по меридиану, можно через частный сектор пройти. Километра два вон. Вон там еще один бак у них в кузове. Прекрасно, да? Прекрасно устроили. У нас и самих раз в два месяца вывозят, а нам еще добавляют, везут. Нет, додуматься ведь до такого надо было, а? Нет, вез бы к себе, в подъезд бы, квартиру бы вез.